Сегодня мы встречаемся с нашими партнерами из Латвии. На этот раз нас привело просто интерес приехать с предпринимателями, показать, как живется здесь, и, может быть, удастся какие-то экономические связи делать. Очень приятно, что эта встреча произошла на территории государственного учреждения Центра культуры Витебск. Встретились мы с Валмировским телевидением и с телевидением Витебска, интернет-телевидением. Я надеюсь, что эта встреча даст нам возможность очень плотно сотрудничать, делиться нашими впечатлениями и событиями, которые происходят в наших городах. Город Витебск имеет двух городов-побратимов из Латвийской республики. Это город Даугавпилс и город Резекне. А сегодня гости из Валмиры. С этим городом у нас уже имеются определенные контакты. Подписано в прошлом году соглашение, тройственное соглашение о сотрудничестве по информационному обмену между городом Витебском, горосполком, в лице горосполкома, между информационно-консалтинговой ассоциацией «Город Витебск» и компания, и между Валмировским телевидением. Уже год мы удачно сотрудничаем, и очень много материалов, которых вы делаете, о том, что происходит в Витебске, мы показываем у нас, в Латвии. Но и наоборот, вы показываете, как живется у нас, так что я думаю, что это очень удачный проект, и его надо еще развивать и развивать. Является у нас сегодня оружием информация, информационный обмен. Таким образом мы сможем заявить о себе для латышей, для жителей страны, которые не все знают о городе Витебске, показать не только свой туристический потенциал, не только свой культурный потенциал, что, в общем-то, и так уже известно, но вместе с тем заявить о своих предприятиях, производителей, показать, скажем так, имеющиеся объекты торговли, сервиса, для того, чтобы еще важно в каком ракурсе показать, чтобы при этом при всем захотелось жителям Латвии посетить Витебск, увидеть это своими глазами. Соответственно, мы тоже бы хотели знать, чем же живет Латвия, чем живет Валмира. Конечно же, самый большой проект, который любимый в нашем городе, не только в городе, в Республике Беларусь, наша гордость, фестиваль «Славянский базар» в Витебске тоже ждет новых сюжетов, репортажей для того, чтобы могли увидеть все это и услышать, и узнать о нас и в Латвии, и в Беларуси, и вообще во всем мире. Ну, уже первый раз, когда мы приехали, мы говорили, что через культуру можно очень многое рассказать о другом государстве. И как мы знали, Славянский базар – это очень большое мероприятие, о котором надо больше говорить и Латвии. Так что, может быть, нам удастся и, наверное, удастся какое-то совместное дело сделать и латышских зрителей ознакомить с тем, что здесь происходит, такой фестиваль и другие мероприятия. Продолжением станет документ, который будет подписан между руководством городов Валмира и городом Витебском. Мы надеемся о том, что будет подписано соглашение о побратимстве в ближайшее время. Я знаю, что наши города будут заключать договор. Я стараюсь помочь, чтобы это произошло как можно скорее. Так что я думаю, что уже на следующем году мы приедем как представители города, друга города Витебска.